Вы смотрите видеоверсию проекта «Возьми меня, мама», проекта, цель которого – помочь детям, оставшимся без родителей, найти новый дом. Сегодня мы в гостях у братьев Олега и Никиты. Мы застали их за интересным делом. Мальчишки признались, что они будут олигархами, и сейчас они скупают недвижимость. Вы научите меня играть в игру «Менеджер»? Давайте попробуем. Братья засыпали меня советами, как выгоднее сделать вложение. Но удача мне не улыбнулась, и монополиста из меня не получилось. А вот смышленый Олег с Никитой, набив руку на игровом поле менеджера, могли бы открыть свой семейный бизнес. Но, признаются мальчишки, на будущее у них другие планы. И вообще математика не самый любимый предмет. Старший хочет стать автомехаником, пойти в армию и остаться сверхсрочником. Младший с выбором профессии пока не определился. Никита и Олег пришли к нам, и у них еще есть старшая сестра Вероника. Они пришли к нам в ноябре 2015 года. И мы сразу их полюбили. Но их нельзя не любить. Это такие мальчики послушные, добрые, отзывчивые. Мальчики, которые очень ласковые, особенно Олежка. Но у них и разница есть. Олег очень спокойный, скромный, а этот активный, Никитка. И поэтому вот такой вот весь из себя очень-очень такой активный. Но тоже такой же добрый, ласковый такой же. Вот поэтому мы очень любим их. Мальчишки между собой дружные, не дерутся. Обычно братья же дерутся, сестры младшие и старшие. А эти не дерутся, они молодцы. Ребята охотно соглашаются показать нам, как они живут. В комнате, где они спят, делают уроки и отдыхают, порядок идеальный. Ревизора поставил бы 5 с плюсом. Я здесь сплю. Вот. Здесь я сплю. Сами заправляетесь кровать? Да. Подъем у мальчишек каждый день в 7 утра. Далее по расписанию зарядка. Никита преподнес нам мастер-класс, как правильно делать упражнения, и показал, в какой спортивной форме находится. 16, 17, 18, 19, 20. А вот старший брат Олег от зарядки по утрам отлынивает. Спать иногда охота. Да? Да. Оба брата увлечены спортом. Старший – карате, младший – вольной борьбой. Оба любят играть в футбол, шахматы, шашки и смотреть спортивные передачи по телевизору. Олег еще интересуется музыкой. Недавно у него появилось желание научиться играть на гитаре. И он пообещал нам, что занятия по музыке не бросит. Мы уверены, эти мальчишки вырастут хорошими людьми, но сейчас им очень нужна родительская забота и ласка. В свою любимую игру они должны играть дома, в кругу семьи.